Просили, так сказать, в порядке гостеприимства принять историков здесь, в Институте философии, и это даже и неплохо, потому что было время, когда философский институт, или лучше сказать, философский факультет, как он раньше назывался, и институт истории, или исторический факультет, были разделены железной решеткой, чтобы историки не узнали философию, а философы ничего не знали по истории. Вот эти черные времена миновали. На самом деле, вот у нас этот аудиторный фонд используется нашими институтами взаимообразно и, так сказать, всегда выходит на выручку. Но у нас вот приносит администрация извинения за то, что вот товарищ преподаватель, которого вы видели, решил, что он тут будет продолжать. Но когда увидел нашествие историков, он понял, что надо его сдаваться. Вот, включил нам свет и, так сказать, теперь мы можем заниматься. Курс, который я буду читать, называется «Философия». Я являюсь доктором философских наук, профессором кафедры социальной философии и философии истории. В ниже этажом 15-я комната. Ученое звание у меня профессор по кафедре экономики и права. Первое, с чего я хочу начать – того, что называется началом. Кто-нибудь может сказать, что такое начало? То, что было раньше всего. А? То, что было раньше всего. То, что было раньше всего, начало. То есть начало больше не будет. Начало там, а здесь уже не начало. Ну, у нас начало от занятий. Как же оно раньше? Результат. А? Вот, товарищ, продвинутый есть. Вам уже бал пошел на экзамен. Вы же экзамены будете мне сдавать? Каждый лично будет мне сдавать экзамен. Весной. В июне, вернее, летом. Сразу скажу, как экзамен будет проходить. Вот у меня есть программа этого курса, которая подготовлена. И имеются дискеты. Сколько здесь групп находится, не скажете? 8 групп. Это много. Так, значит, нам надо еще. Так, давайте мы сделаем так. Вот у меня есть 5 дисков с программой. Я вот эти 5 дисков кому могу доверить, чтобы он так распределил, чтобы в итоге у всех была скопирована программа курса. Вот вам могу доверить. Сразу видно, что ответственный человек. И скажу, как будет проходить экзамен. Там вот есть вопросы, их около сотни. Но этого не должно вас пугать. Вам нужно выбрать на зачет один вопрос, а на экзамен два. У вас экзамен. С зачетом все было бы просто. Сразу могу научить, как с помощью философии сдавать зачет. Надо запомнить одну категорию. Первую, самую философскую. Бытие. Запомнили? Ну вот. Вот вы приходите ко мне на зачет. Я вас спрашиваю то, о чем вы не имеете никакого представления. Спрашиваю, что вы можете об этом сказать? Отвечайте. Чего? Ничего не могу сказать. Ну вот. Вот видите, он ничего. Я ему объяснял бытие, а он ничто нам не дает. Ничто. А теперь меня спросите, какую-нибудь чушь. Ну спросите. Сказать о бытие. Уважаемый студент, я знаю, что оно есть. Еще вопрос есть у вас? Ставьте зачет. А если вы будете еще ставить вопрос, я скажу, это что, зачет или допрос? Ну что, вы студентов допрашиваете? Мы же договаривались один вопрос. Все. Так что с зачетами мы разобрались. Тут не может быть вопрос. Но на экзамен приходится отвечать на два вопроса. Ну, и я буду просить вас кратко писать. Во-первых, вас много, я один. Если вы по трактату напишите, я умру. Это ничего страшного в этом бы не было. Я-то умру, но вы экзамены. Это будет целая история, как это вот сдать. Вот. Поэтому, значит, в целях нашего общего благополучия писать надо не более одной страницы. Потому что краткость – сестра таланта.
Потому что если кто-то будет дольше писать или больше, я подозреваю, что он списывает. Потому что, чтобы кратко написать, ну, надо соображать же, правда? Это раз. Во-вторых, ну, у меня некоторый опыт есть уже преподавательский. Я преподаю с 1971 года в университете. Поэтому я могу определить, понимает человек или не понимает. Если человек понимает в целом, но у него есть недостатки, что должен сделать преподаватель? Указать на недостатки, дать человеку подумать, чтобы он подумал, пришел и поправленный текст предъявил и получил законную свою отлично. А если он со второго, с первого раза не сможет поправить, пусть и снова пойдет поправить второй раз, третий раз, четвертый, сколько надо, 15. Пока у нас экзамен не закончится, он кончится вечером, а начнется утром в 10 часов. Вы имеете возможность прекрасную думать и консультироваться с доктором философских наук, профессором, который помогает вам доработать ваш материал. Это плохо? Это хорошо же, правда? Это с одной стороны хорошо. Теперь с другой стороны, чем экзамен лучше лекции? Вот на лекции вы кто, потребители или производители знаний? Потребители. Ну что вы будете потреблять знания? И что будет у вас в голове? Способность потреблять еще знания. Вот когда вы прочитаете все, что в библиотеке Академии наук есть, что у вас будет в голове? Библиотека Академии наук. И вы сможете на некоторые вопросы отвечать, где что посмотреть, прочитать. Ну, вроде Гугла будете. Еще это называется... Как это называется? Вот человек, который может вам показать, где что найти. Работник библиотечный, да? Библиограф, вот, спасибо. Вам тоже балл. Библиографа. Вы библиографом хотите стать? Ну вот. Поэтому что требуется от вас? Надо кратко написать, а я буду смотреть, что здесь вот требует некоторые доработки, и вы продолжаете работать. Сколько раз человек ко мне подходил, это не имеет никакого значения. Важно, чтобы он разобрался. Желательно, чтобы он в итоге ответил на отлично, получил отлично и ушел. Вы можете заглянуть в историю экзаменов с моим участием. Там, если есть четверки, то очень мало. Ну, историки. Как историки могут заниматься меньше, чем на 5 баллов? Непонятно. Они же обогащены всей историей человечества. Я понимаю, философы выхватили какие-то категории и жонглируют, а историки... Кстати, сейчас мы и спросим. Что изучает история? Кто скажет? Кто смелый? Прошлое. А? Прошлое, вот. Видите, товарищ, прошлое. Молодец. Молодец. Прошлое изучать. То есть, чего нет, да? Правильно я понял? Вот я философ, я услышал ответ. История изучает прошлое. То есть, вы собрались тут изучать то, чего нет. Понял. Значит, ну вы еще на первом курсе, да? А вот у меня были историки на 5-м курсе, я им преподавал философию и историю. Сейчас 5-й курс выкинули вместе с моим курсом. Мой курс всем нравился, но поскольку 5-го курса теперь нет, зачем вас учить 5 лет? 4, идите. Все равно вы изучаете то, чего нет. Придете вы куда-нибудь в фирму, скажут, вот молодой человек приходит ко мне, а я генеральный директор. Я говорю, ну что вы изучали? Он говорит, прошлое, то, чего нет. Нам такие люди не нужны. Нам нужны люди, которые изучают современность. Вот вы что изучаете? Современность? Ну вот, ну что, я наводящий вопрос задаю, а она качает головой. Ну, я думал, что мы как-то только в творческом таком вот режиме правильно сформулируем. Вот мы с вами сформулируем. Хоть вы и качаете, но иногда это у других национальностей считается да. Значит... История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Я что-нибудь плохое сказал? Вам не нравится эта формулировка? Нравится. Вот вы приходите теперь ко мне, генеральный директор, и скажете, вы что изучали? Я изучала современность как результат предшествующего развития. У вас вот люди там сидят, набраны, которые только вершки знают, что сейчас, и не знают, как это получилось, как произошло. То есть берут результат без движения к этому результату. А я вот как раз... Со всей глубиной это все изучал. Вам нужны глубокие люди или вам нужны финтифлюшки какие-нибудь? Нет, мне нужны вот глубокие люди. Пожалуйста, прошу вас. Заместителем будете генерального директора по науке.
Тем более вы так качаете головой, видно, что вы так сразу не соглашаетесь. Мне такие, которые в рот смотрят, не нужны. Правильно? У меня таких уже набрано много. Ну вот, товарищи историки, с помощью философии мы, и с Божьей помощью, потому что сейчас без нее больше ничего уже не делается, как вы заметили. Вот, и с Божьей помощью мы узнали, что история изучает современность как результат предшествующего развития человечества. Теперь, начало – это неразвитый результат. Остается узнать, что такое результат. Молодой человек, результат, скажите, что такое? Опираясь на вот творение вашего предшественника. Результат что такое? Ну, может быть, это нечто абсолютно законченное. Чего? Нечто абсолютно законченное. Абсолютно законченное. Чего может быть абсолютно законченное, молодой человек? Такого нету, абсолютно закончено. Мало того, что конец, да еще полный и абсолютный конец. Ну почему? Например, капец. Если пройдет наша сейчас, она будет абсолютно закончена для этого дня. Так. Не забывайте, что у нас сейчас занятие по философии. А вы что такое рассуждаете? Какой-то абсолютно... Я не знаю, что такое абсолютно законченное. Такое неизвестно науке. Науке известно другое. Что есть парные категории. Если вы начинаете, и начало есть неразвитый результат, то если вы подумаете, то результат, следовательно, есть развернутое начало. Правильно? Вот. Учитесь. Здесь совершенно одобрительно люди кивают, значит, они понимают. Результат есть развернутое начало, а начало есть неразвитый результат. Это парные категории. Ну вот если вы употребляете такое понятие «муж», это что значит? Что жена есть, и сразу представляете жену. Если жена, значит муж есть. Это парные категории. Верх – это что значит? Не низ, а низ – это не верх. Чего тут непонятного? Зачем изучать философию историкам? Дескать, мы историки, что вы нам представите со своей философией? Вот, например, я вас спрошу, вот вы историк? Нет, выйдите отсюда. Что, неправильно я что-нибудь сказал? Хотите, я скажу, как отвечать, чтобы вас не выгоняли? Пожалуйста, я историк в становлении. Ну, тогда все, я уже... Понятно, да, разница? Становление, то есть я уже, так сказать, частично не историк, развиваюсь от начала, от самого начала, к результату. Результат, что я историк, буду дипломированный, так? Ну, так если вы не историк, то... Ну ладно, оставайтесь, у нас философский институт. Вот историки, которые изучают современность как результат предшествующего развития человечества, наверное... Когда они изучают всякие, как археологи, черепки достают, они потом их склеивают, соединяют и хотят представить, что? Какие были черепки или какие были сосуды? Или хотят только представить, какие были сосуды, не хотят представить, как их использовали. И, наверное, еще хотят представить, как их делали и какая вообще была жизнь. Правильно? То есть надо то, что сегодня представляется мертвым, историки должны сделать живым для себя, в сознании. Правильно? Ну а что изучает живую жизнь? Формальная логика или диалектика? Вот что изучает? Диалектика изображает живую жизнь или формальная логика? Ну вот, формальная логика, она исключает противоречия. Или А, или не А. Да? А диалектика это не исключает. Вот я спрошу, кого бы спросить. Вот. Вот там товарищ пишет, он, наверное, знает. Не знаете? Тогда вас не спрашивают. Значит, сосед знает, правильно? Я хотел им отлично поставить без экзамена, без... Они не хотят. Ладно. Найдем других. Вот нужно ответить на такой вопрос. Вот вы, молодой человек, равны самому себе? Я? Да, вы. Ну, что, ну? Что да. Да? Что-то как-то вы путаетесь в показаниях, как сказали бы следователи. Ну,
начнешь с философии, нужно для начала прикинуть, вдруг это какой-то очень хитрый вопрос. Неужели вы думаете, что какие-то другие будут вопросы со стороны философов? Они все, конечно, с подвохом. Значит, вы равны самому себе или нет? Да. Да. Вот, а сколько вы? И будете до конца лекции равны? Да. Да, то есть лекция для вас пройдет впустую. Остается выяснить, кто у нас виноват. Или я такой лектор, что я ему читаю, разъясняю, он как было, вот равен самому себе. И в голове у вас как было, так оно и осталось. Правильно? Если равны самому себе. Логично? Но я никогда не отношу насчет студентов. Значит, это, видимо, такой преподаватель, что он читал 1,5 часа лекцию, а у студента, ну, скажем, у вас, как представителя, все в голове осталось таким, каким было. То есть вы остались равным, но самому себе. Кто-то из нас плохой. Это раз. Теперь второе. Я вообще надеялся, что в результате лекции вы какими-то там мыслями обогатитесь. А раз вы обогатитесь новыми мыслями, то вы в одном начале вы их не имели, а потом вы их имеете. Значит, вы не равны самому себе, да? Ну, получается, да. Но раз вы не равны самому себе, ваша фамилия как? Швецов. Как? Швецов. Так, товарищ Швецов, документики сдайте сюда, потому что вы стали другим человеком, неравным самому себе. И не надо фамилию Швецова тут к себе. Тут идите в деканат, получайте там, где хотите, новые документы, потом зайдете, я вас пускаю на лекцию. Но если вы не равны самому себе, логично же? Человек говорит, послушал лекцию и стал другим человеком. Ну, раз другой человек, иди, и все. Как это я могу допустить, чтобы у меня человек был с подложными документами сидел? Нет, вы пришли-то не с подложными, а ушли-то с подложными. Хочу вам сказать, что некоторые товарищи это никак не понимают, что равенство с собой, одновременное неравенство с собой, это входит в понятие изменения. И вот я, значит, мучился как преподаватель, как это все объяснить. Мучился. И вот прихожу я в метро Василия Островская, оно сейчас еще на ремонте, да? Да, вот-вот, спускаюсь вниз, а там такая девушка красиво нарисована в цветастом платье и написано «Меняйся чаще». О, думаю, это по теме. Но только вот меняйся, и все. Да, как бы только не равенство с собой. Лишь бы она не равна самой себе была. Все время меняйся. Второй раз я иду вот оттуда, со стороны Невского, через Дворцовую площадь, а там такая рекламная тумба, тоже девушка нарисована, но там уже видно люди продвинутые. Написано: «Меняйся, но оставайся собой». Вот, думаю, дают. Я тут еще это дело разбираю, а уже тут люди. И написано подпись «Арифлейм». «Арифлейм» уже дошла до этого. Вот. Так сказать, это кажется на первый взгляд парадоксально, но на самом деле, как вы можете изобразить изменения? Только как равенство с собой и неравенство с собой. Правда, в диалектике, в науке логики Гегеля там особые названия, они кажутся дикими. Например, вот это равенство с собой называется в себе бытие. Вам нравится такое вот слово употребление? Или не нравится? Ну, слово как слово, и пострашнее встречались. А вы сейчас вообще в себе, молодой человек? Нет, вы в себе или нет? Ну, вроде как в себе. Ну, вы вроде как? Ага. Человек вроде бы как прилично выглядит. Так вроде как вы или в себе? В себе, в себе. Если не в себе, выйдите, пожалуйста, прибейте в себя и садитесь обратно. То есть слово «в себе» в русском языке означает равенство с собой. Вот я сейчас пойду в деканат, а там сидит секретарь. И скажу, вот надо ты... А ну, подождите, я сейчас приду в себя. И... А где она была? Сейчас придет в себя. Или вот вы послушали мою лекцию, и стало вам не по себе. А это что значит? А вы опять не равны самому себе. Так были веселые, хорошие, а тут стали грустные, усталые. Это не по себе. То есть вот как в языке, если мы внимательно будем следить за языком, это ведь не в русском языке только, это во всяком языке. Человеческом. Это филологи изучают конкретный язык, а мы изучаем человеческий язык. А человеческий язык – это зеркало чего? Это зеркало вообще мира. Потому что весь мир представлен в понятиях,
которые повторяются в языке, для того, чтобы они закрепились в языке и стали вот так фигурировать, как отдельные понятия, миллиарды раз нужно повторить. Правильно? Что такое стол, например? Какой стол? Стол это и маленький, и большой, и квадратный, и круглый, и овальный, и американский, куда ноги кладут, стол. Это стол переговоров. Так? Это стол для обеденной. То есть любой. Это ореховый стол, это стол инкрустированный. Все немыслимые столы, все подходят под это понятие. То есть это колоссальнейшее обобщение, колоссальная абстракция. И только то, что является обобщением, попадает и закрепляется в языке. А то, что раз и два встречается случайно, оно выпадает, и вы сказали, назвали, не удерживается. Вот хотели говорить «геликоптер», а все равно получился вертолет. Хотели говорить «аэроплан». Вроде правильно. Планирует по воздуху, а называют «самолет». Ну, какой самолет? Так сколько типов самолетов? И все самолет. Так вот это равенство с собой. А неравенство с собой называется бытие для иного. То есть как бы вы такой же сам, но вы же хотите лучше стать. Вы же хотите историком стать не только в становлении, а действительным историком, правильно? То есть вы бытие для иного. Все, хотите новый, 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 новый. Так вы в единстве в себе бытия и бытия для иного. Я правильно понимаю? Я правильно изложил ваше состояние студента? Студент находится в состоянии единства в себе бытия и бытия для иного. Придете родителям, родственникам, расскажите, что я сейчас единство в себе бытия и бытия для иного. Не скажут, если что, ты заучился, Петя. Скажи, вот мы чем занимаемся, а вы чем занимаетесь? Мы еще не тем будем заниматься. Вот мы будем заниматься началом логики. Что вот является началом логики, как вы думаете? Какая категория? Простая или сложная? Ну, конечно, простая. Кто сказал? Кто сказал, что простая? Ты? Вы? Ну, так а что вы стесняетесь? Хорошее дело сделали и стесняетесь. Конечно, простая. Сложная что такое? Составная категория. Что это? Ну, составная она состоит из сложной категории, из простых состояний. Сложная состоит из простых, совершенно правильно. Сложное – это сложенное из простых. Сложное, так и уж говорили, написано уже. Сложенное, сложенное, сложное из простых. Чего тут непонятного? Все тут понятно. Сложное. Сложное – это сложное из простых. Мы будем двигаться от простого к сложному. Это правильно? Да, прекрасно. А что самое простое? Единичный факт. А? Единичный факт. А откуда я знаю, что такое факт, да еще что такое единичный? Это вы такой грамотный. Шибко продвинутый. А я в начале. В начале изучения я не знаю, что это такое. А что я знаю? Я вот изучаю то, что есть. А что я знаю про то, что есть в начале? Что я знаю про то, что есть в начале изучения? Скажите, пожалуйста. То, что оно есть. Ну. А то, если оно есть, это бытие категория. Какое бытие? Про которое вначале известно только то, что оно есть. Значит, какое это бытие? Чистое бытие. Вот если вас спросят дома, а что вы изучали? Мы изучали чистое бытие. А что про него можно сказать? А то, что оно есть. А еще что? А ничего. Вот вы смеетесь, разрешите ваш смех считать как понимание перехода чистого бытия в ничто. Так? Я правильно засчитал? Чистое бытие, если оно есть, и больше нечего об этом сказать. Слово «нечего» все услышали? То есть, если вы начнете обдумывать своим умственным взором, созерцать это чистое бытие, к какой мысли вы придете? Что нечего тут пока созерцать. А раз нечего созерцать, вы, обдумывая бытие, придете к мысли о ничто. Так? Вот. Вывод какой? Бытие переходит в ничто. Чистое бытие переходит, а в какое ничто? Ну, какое? Тоже чистое. Еще ничего про него не знаем, кроме того, что это ничто. Вот вы думаете, это вот так просто я вот рассказываю? Да мы скоро откроем институт. Даже три. Первый институт будет называться Институт чистого бытия.
потребуем грант, будем изучать, целый год будем изучать чистое бытие, за границу поедем, на пляжи, ну, там будем созерцать, там надо чистые пляжи, чистое, чтобы море было. Будем изучать чистое бытие, максимально чистое. И пищу потребуем сугубо натуральную, без всяких пальмовых масел, масло ши, масло кокосовое, не надо нам. Настоящее давайте, от коров. И вот мы будем изучать, а в конце напишем, что в результате изучения, у нас отчет же надо написать, вы писали какие-нибудь научные отчеты? Ну, это вот большое искусство, это уже не наука, это искусство, написать зачет. Надо написать отчет, с учетом того, где вы были там на пляжах, и при этом, чтобы вам засчитали и заплатили деньги, и дали бы деньги на Новый год. Вот мы напишем там, что мы изучали чистое бытие. И вот благодаря длительной умственной работе большого коллектива пришли к выводу, что чистое бытие переходит в чистое ничто. Это же достижение, нет? Это движение, это диалектика. Чистое бытие перешло в чистое ничто. Научный факт. Получили деньги. На следующий год мы запросили, теперь, ну раз перешли к чистому ничто, на разработку чистого ничто надо деньги попросить? Ну, все, мы, значит, открываем новый институт, табличку вешаем, институт чистого ничто. Видели такие институты? Красиво же смотрится. Всесоюз и Всероссийский институт чистого ничто. И работаем. Вы у меня замдиректора по науке. А вы у нас замдиректора по отрицаниям. У нас институт сам из ничто состоит. Вот ваше, так сказать, качание головой в сторону нас и подвигло к тому, чтобы создать такой институт. Институт чистого ничто. Начинаем его обдумывать. Целый год обдумываем. Где надо обдумывать? Ну, что мы будем тут обдумывать? Поедем опять туда же, там, где чистый воздух, чистые пляжи. Приедем шоколадные. И к какому выводу мы придем? Ну, вот надо думать, нам отчитываться надо в конце года. Если не отчитаемся, деньги отберут, пересажают, вас посадят и вас посадят. Меня не посадят, я генеральный. Меня куда-нибудь переведут. Так, так чистое ничто во что переходит? Давайте обдумывать чистое ничто. Думаем, все напряглись. Ну, кто скажет, во что переходит чистое ничто? Так, вопрос наводящий. Что вы знаете о чистом ничто, уважаемые сотрудники института? Что? Громче. Молодец. Вас сделаю начальником отдела. Получается, ничто тоже приходит в бытие. Да, молодец. Вот, смотри, два и вас начальником отдела. Спасибо. Два отдела. Всем остальным понижаю зарплату. Значит, чистое ничто переходит в бытие. Обратите внимание, что вот эти два кандидата на начальников отдела, они слово «чистое бытие» не употребили. Почему? Потому что чистое уже сзади. А это уже такое бытие, к которому мы приходим из чистого ничто. А? Чувствуете, наука какая пошла? Фундаментальная. Фундаментальная наука пошла. Это такое бытие, которое уже два этапа прошло. Поэтому, а что известно про это бытие? Про бытие-то уже известно, что оно переходит из нашего первого отчета. Известно, что оно переходит в ничто. Значит, нет ничто, нет бытия, есть лишь движение, исчезновение бытия в ничто, ничто в бытии. О! О! Это как называется? Давайте назовем. Или откуда-нибудь спишем название для этой категории. Чтобы... И потребуем на Новый год денег в два раза больше, потому что тут две категории. Как называется движение, исчезновение бытия в ничто, а ничто в бытии? А? Фантасмагория. Оставайтесь на своем месте. Увольнять вас не буду. За смелость. Цикл. Так. А? Цикл. Ну какой цикл? Где тут цикл? Какой цикл? Это не мотоцикл и никакой не цикл. Что такое движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытии? Мы сегодня эту категорию употребляли. Молодой человек, вам надо ответить. Ну кто вот студент-историк, который еще уже историк, еще и не историк, он уже и бытие историка, и ничто историка. Как называется это? Изменение. Как? Изменение.
Нет, ну вы как вы называетесь-то? Историк? Я же становление. Становление. Вот, вот, это замдиректора говорит. Так, вам зарплата повышается, вам снижается. Историк становления. Это становление, движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии называется становлением. Запомните на всю жизнь. Важнейшая диалектическая категория – становление. Первая истинная категория. Почему? Потому что бытие – это абстракция. Никакого бытия, оторванного от ничто, не бывает. Правда? Всегда бытие переходит в ничто. А такого ничто, которое было бы только ничто, тоже не бывает чистого. Правда? В жизни всегда ничто переходит в бытие. Поэтому можно так говорить. Можно говорить, назвать их особыми именами. Вот бытие, переходящее в ничто, как назовем? Давайте, работайте. Мы вам деньги уже дали. Третий год. Деньги выделены. Большие. Поедем дальше. Закажем больше. Рождение. Как? Рождение, появление. Какое рождение? Становение. А? Становение. Ну, это близко, да, близко. Значит, переход бытия в ничто называется прехождение. Значит, дорогие друзья, все приходящее. Если вы запомнили, что я сегодня вам говорил, то это приходящее. То есть вы можете это все забыть. Если вам сейчас грустно, это приходящее. А кому весело, приходите, я вам объясню. Вам сейчас весело, а потом будет грустно. Потому что неизвестно, что вы получите на экзамене. Это все приходящее, потому что все приходящее. Это вот, чтобы быть мудрецом, достаточно знать вот это вот. Что все приходящее. Вот ее спрашивают по любому вопросу, а это все приходящее. Вот у нас, значит, стипендию не повышают, а это приходящее. Завтра на 50 рублей повысили. Потом говорит, ну теперь повышают, а это приходящее. То есть больше повышать не буду. И опять приходящее. Ну вот это переход бытия в ничто, это прехождение. А переход ничто в бытие, у нас же два отдела вот теперь. Переход ничто в бытие, как называется? Возникновение. Становление – это вот общее противоречивое движение. Я в ничто, ничто в бытие. А это называется? Это называется возникновение. Можно считать так. Движение перехода бытия в ничто – это прихождение, а движение перехода ничто в бытие – возникновение. А можно по-другому выражаться. Смотрите, как я сейчас буду выражаться. Потому что здесь как куда-то пропали бытие и ничто уже, и не видно их. Как их снова вытянуть, чтобы они были видны? Прихождение – это бытие, запятая, переходящее в ничто. Да? Можно сказать? Короче. Ну, молодежь, как стоит вопрос? Короче. Только еще рот открываешь, он говорит, короче. Но я еще ничего не скажу. Короче, давай. Ну, я короче даю. Бытие, переходящее в ничто, короче. Что? Да ладно. Бытие. Ну что, вы красное яблоко, короче, яблоко. Вы что, есть будете красное, что ли? Бытие, переходящее в ничто. Бытие существительное. Дальше идет к нему прилагательное определение. Переходящее в ничто. Поэтому это определительное предложение. Поэтому короче будет бытие. То есть на самом деле бытие только и бывает как переходящее в ничто. Так? Так? Или бывает другое бытие в жизни? Подумайте. Протесты есть? Нету. Ничто. Что бывает просто ничто или ничто, переходящее в бытие? Это возникновение. Можно сказать возникновение, можно сказать ничто, переходящее в бытие. Вот мы с вами уже вместе изучаем начало диалектики в соответствии с наукой логики Гегеля. Причем не по тексту, а вот исходя из смысла этих категорий. Вот смотрите, что получилось. Становление – это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытие. А бытие переходит в ничто? Бытие, переходящее в ничто, а ничто, переходящее в бытие. Значит, одно переходит в другое, значит, разность бытия и ничто в становлении исчезает. Разность не в смысле от двух отнять один, а в смысле того, что они были разные, но раз они друг в друга переходят, вот то обстоятельство, что они разные, исчезает. И что тогда? Тогда с вами, у нас товарищи, под угрозой
существование нашего института, потому что тогда исчезает и становление, которое есть только благодаря этой разности. То есть все у нас, вот, все под угрозой. Что будем делать? Будем выкарабкиваться. Так, ну тут уже я как генеральный директор буду, так, тут я уже вам не доверяю. Значит так, слушайте меня внимательно, поскольку я должен заработать авторитет сейчас, иначе вы меня слушать не будете, и вас всех разгонят, и выйти вы все безработными. Значит, ну что ж, вот на том мы и остановились, что становление есть благодаря разности бытия и ничто, а бытие и ничто в становлении, а эта разность бытия и ничто в становлении исчезает. Раз она исчезает, значит отрицается. А что отрицается? Отрицается вот это беспокойное единство, бытия и ничто. А что является отрицанием беспокойства? Вот скажите, пожалуйста. Отрицание беспокойства. Что? Отрицание беспокойства – это спокойствие. Не надо усложнять. Спокойствие. Так, спокойно всем. Отрицание беспокойства есть спокойствие. Спокойное. А что является отрицанием единства? Единство, некоторые думают, что это одно. Ну, это глупость. Вот представьте, я скажу, я един с собой. Скажут, у человека что-то не то. Вы едины сами с собой? А вот мы с вами едины в своем стремлении там, углубиться в философию. Ну, у нас, видите, сколько много? Мы едины. То есть говорят о единстве, когда у нас много, по крайней мере, два есть элемента. Поэтому противостоит этому самому единству. Единству, которое представляет собой становление, то теперь простота. И вот в результате мы получаем спокойную простоту. На спокойную простоту надо выделять много денег. Правильно? Потому что зачем вам эти вот три волнения, эти становления? Неизвестно, что из этого выйдет. В общем, поехал я в министерство, и мы получили снова деньги на изучение спокойной простоты. Неплохо же изучать спокойное и простое. Как результат снятия становления. А снятие что такое? Это отрицание с удержанием. Это точно самая важная философская категория. Нету зряшнего отрицания. Вы думаете, она качала головой, это просто отрицание? Нет, она удержала это знание. Просто она не совсем согласна. Но это не значит, что она совсем не согласна. То есть отрицание с удержанием. Никакого другого отрицания не бывает. Вот вы являетесь отрицанием своих родителей? Нет. А? Нет, не являюсь. Не понял? Нет, не являюсь. Не являетесь отрицанием? То есть вы сами и родители? Здорово. Что значит в степени? Вы качественный момент заменяете с количеством. Я маленький родитель, что ли, в какой-то степени? Вы что говорите? Молодой человек, вы где находитесь? Вы в университете, в Санкт-Петербургском. Чего вы мелите? И я прошу прощения, конечно, за резкости. Что, вы не являетесь отрицанием своих родителей? Я-то вам объяснял философскую суть. Вы их отрицание с удержанием. Вы вроде не они, а они. Потому что похожи вы на родителей. И у вас повадки, приемы, характер. Вот такое вот стремление, так тихенько, так вот тут сказать и за, и не сказать. Сразу видно, что и мама, и папа тут присутствуют у вас. А бабушка и дедушка никакого отношения к вам не имеют? Имеют. Имеют. А вы, они в вас есть в снятом виде? Или вы считаете, я сам по себе, а они тут ни при чем? Да нет. Ну так вы, а вот дальше пойдем. А вы не понимаете, что в вас вообще вся история человечества? Ну дальше от ваших бабушек, дедушек, пойдем дальше. Ну до обезьян-то не будем доходить? Бывает, конечно. Понимаете? Ну так а что, я вас хотел возвысить, а вы хотите себя принизить. Вы воплощение всего человечества в одном человеке. Чувствуете, нет? Ну, то есть, как и все вокруг, так что я не уникален. Что значит все вокруг? Каждый, не каждый уникален, а каждый уникален, но как порождение всего человечества. И не только. А еще и свои собственные деятельности, и своей жизни. Это же красиво. Мы же договорились с вами, историки берут все не только результат, вот вы, а вот со всем процессом. Так, в самом начале был же разговор, а вы что-то от этого отклонились. Вы же историк, так и берите современность как результат предшествующего развития человечества. Что вам, Ломоносов не друг, что ли? А Менделеев? Сказали, я и от Менделеева, я и от Ломоносова. Что тут плохого?
В снятом виде, конечно, да. Я это отрицаю, что я, конечно, не Ломоносов там, и я не Менделеев. Но и я не чужд этого всего умных мыслей. Правда? Так вот, спокойный и простой. Как бы его назвать? Какие есть предложения? Результат снятия становления – это спокойное и простое. Нам нужно название. Мы не можем с такой батареей идти дальше. Нам никто не утвердит. И денег не дадут, если такое длинное будет. Короткое название должно быть. Институт чего? Гармония? Нет. Относительно? Ну вот я вас учил, но я, видимо, плохой преподаватель. Вот о чем, в чем и каюсь. Я учил чему? Что если вы не знаете, что у вас спрашивают, что надо сказать? Я знаю, что оно есть. Наконец-то вот есть люди, которые запомнили. А раз есть, значит, это бытие. Поэтому, значит, мы снова получили бытие. Правильно? Вот это спокойное и простое. Оно же есть? Значит, бытие. Но не чистое же. А какое? Ну, какое налицо есть, такое и берем. Как называется то бытие, которое налицо? Причем налицо только бытие, а ничто налицо нет. Вот это вот, которое есть ничто, оно же содержится в этом наличном бытии, потому что это результат. Но оно содержится, но не налицо. Это вам кажется странным, но вот, например, у вас желудок есть, но я вот что-то не вижу его. Не вижу. Поэтому оно не налицо. Оно не налицо, наверное. И слава Богу, что не налицо. Не расстраивайся. А то еще некоторые будут доказывать, что у них есть наличное бытие кишек. Кишок. Значит, вот наличное бытие – это та категория, которая является результатом снятия становления. Результатом снятия становления. И еще по дороге мы кое-что должны извлечь из наших занятий. Вот это вот движение в становление бытия – в ничто, а ничто в бытие – это противоположные движения в одном движении, в становлении, да? Вот как называется противоположные движения в одном движении? Вот у вас, допустим, в душе борются две противоположных мысли. Уйти с лекции, не уйти с лекции. Уйти с лекции, не уйти с лекции. Сказать, ах, мне плохо стало, плохо, и так просто, и плохо. А потом думаешь, а зачем я буду уходить? А мы, может быть, что-нибудь умное наконец скажут. Может остаться. Вот, и когда борются противоположности в одном, называется это как? Моменты. Моменты. То есть, смотрите, сколько мы уже знаем философских категорий, мне уже голова уже заболела, так сколько знаю, много. Смотрите, чистое бытие, чистое ничто, простое бытие, в которое переходит ничто, ничто, в которое переходит бытие, возникновение, прихождение, снятие, становление. Становление, снятие становления, наличное бытие. И вот смотрю я на вас, как на наличное бытие. Но раз это наличное бытие, а вы ведь все-таки есть в себе-то становление, значит, в вас есть то, что не вы. Согласны? Иное. Не, вот я вот вижу у него очки. Пусть он вот, вот их можно снять, и вы не докажете, что это вы. Вы это очки или вы это не очки? Я это не очки, но очки. Вот, вы это не очки, это достаточно. А очки это не вы. То есть я в вас увидел ваше отрицание. Увидел? Человек в очках. И вы тоже человек в очках. Не отрицайте. У вас золотые. А вы еще пока не накопили средств. Значит, человек в очках. Это что такое? Это означает, что вот это вот отрицание, которое есть, раз наличное бытие есть результат снятия, становления в нем, и есть и ничто, но оно в нем, и оно не налицо. Вот это вот отрицание, которое в наличном бытии, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Вот посмотрите на свои листочки. Какого цвета у вас листочек? Скажите, пожалуйста. Белый, видите, белый. А насколько я не писала, там он все белый и белый. А если бы вообще это все вот убрать, вот то, что она написала, то тогда и нету записи лекции.
Значит, для того, чтобы что-то определенное было, надо белое зачернить. Можно по-другому сделать, как на темной доске пишут мелом. Черное забелить. А если по-черному писать черным, не получится ничего определенного, правильно? А если будет очень светло, в абсолютном свете, говорит Гегель, ничего не видно, как в абсолютной тьме. Только ослепнешь от этого света, правильно? Это хорошо, что вот солнышко. Да сейчас бы все включили, да Юпитера бы включили, вы сказали, нет, выключите, мы ничего не можем писать, ничего не видим. Поэтому определенность – это отрицание. Пример. Так, чай пили? С лимоном? Чай с лимоном пили? Да. Пили. Так, лимон – это чай? Нет. Значит, чай с лимоном – это чай, в котором лежит не чай. Согласны? Ну, лимон – не чай же. То есть это отрицание чая в чае. Это придает ему определенность. Чай с лимоном. Хорошо, выкидываем лимон, потому что он мешает нам думать. Затрудняет, некоторые затруднил. Сладкий чай пили? А что значит сладкий чай? В нем есть сахар. Сахар – это чай или не чай? Что? Не чай. Не чай, конечно. Значит, отрицание чая в чай. Значит, отрицание чая кидаем в чай и получаем определенный чай. А? Знаешь, какая? Ум кидаем в человека, пустой, пустого, пустую голову получаем, умную голову. Что тут-то непонятного? Все нормально. То есть это надо запомнить, что это вот это не очевидная истина. Это вот Гегель до этого дошел. Спиноза не мог до этого дойти, он написал: определение есть отрицание. А вот Гегель различил не определение, а определенность. Определенность – это не то же самое, что определение. Вот, например, он говорит, что вот разум – это определение человека. А хотите определенность человека я дам? То есть по какому признаку, по одному, можно отличить человека от всех животных? Хотите? Человек – это животное, у которого есть мочка на ушах. Женщины за все годы – это вы же отрицание многих поколений там. Снятие там, все время украшали, украшали. Так мало того, что женщины себе оттянули уши, так и мужчины оттянули себе уши в итоге. И появилась мочка на ушах. Поэтому вот человек – это животное с мочкой на ушах. Он нравится такое определение? Это не определение, это определенность человека. А определение у него другое – мыслящий разум. А Энгельс, например, говорил, что человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Это определение уже. Ну, до определения мы не дошли. Я вот начинаю думать уже, продолжать нам или я вас перегрузил? Как? А? Можно продолжать? Хорошо. Если не хотите, это как у кого заболит голова, скажите, пожалуйста. Скажут, у нас от вашей философии голова болит. Как я могу тогда лекцию продолжать? Жизнь студентов важнее же философии. За какой-то философией студенты заболели. Ужас. Так, ну хорошо, давайте разглядывать то, что получилось. Сейчас мы с вами проводим как бы пример. Не пример, а выводим сами категории так, как это выведено в науке логики Гегеля. Вы самостоятельно можете дальше читать. Почему самостоятельно? Потому что, во-первых, нет никакой другой книги, где бы излагалась диалектика. Никакой больше нет, ни одной. Это раз. Во-вторых, Энгельс прямо говорил, единственный компендий диалектики находится в науке логики Гегеля. Что такое компендий? Ну, если вы сейчас пойдете привычным компьютерным путем, бац-бац-бац, вам там напишут краткое содержание или еще что-нибудь в интернете, в поисковике, в Википедии. А в латинском словаре написано «компендий». Кратчайший путь – прямая дорога. Вы хотите в изучении философии пойти по болотам, через колючую проволоку, через мусорные кучи или кратчайшим путем – прямой дорогой. Какие у вас? Кратчайший. Вот, видите, вот она со мной согласилась все-таки. Удалось мне ее частично убедить, ну, в некоторых вопросах. Но это трудно, но возможно. Поэтому умные люди что читали, советовали?
Вот Энгельс, Ленин. В свое время Платон, известный философ, греческий, выдвинул такую идею, что управлять государством должны философы. Но ему никто не дал управлять государством. А после Платона никого не было, кто, так сказать, как бы эту мысль продвигал. Единственный человек, единственный, который есть в мире, который управлял государством, будучи философом, оказался Владимир Ильич Ленин. Но он вот по сравнению с вами очень отстал. Почему Ленин? Потому что он в 44 года пришел к необходимости изучать науку логики Гегеля. Вам сколько? Вам меньше, чем 44? У вас большой запас. 44 года, а вам... То есть вы можете всех обогнать. Причем, и это будет правильно. Вот вы меня должны обогнать и перегнать, или это неправильно? Вот я не знаю, как вы понимаете, у меня вот есть маленькая внучка, она очень просто рассуждает, говорит, ну, если вы нас родили, то мы должны быть лучше вас. Я так подумал, действительно, а какой смысл тогда? Говорит, зачем вы нас будете рождать, если мы будем не лучше вас? Ну, если вы вот меня моложе, так вы должны меня обогнать. Я, например, ну, не в 44, я начал изучать науку логики, когда закончил, получил высшее образование. Закончил математико-механический факультет. Но когда я занимался на математико-механическом факультете, мне повезло. У нас ректором тогда был академик Александров, геометр. И он был и академик, геометр, и лыжник, горнолыжник. У нас такая была команда Матмеха. Академик Александр, профессор Борисов и какой-то первокурсник. И первое место занимал. Академик Александр был известный философ. И вот здесь у нас в актовом зале, в колонном, читал лекцию. В то время, когда еще не было вот этих пропусков, вот, в которых, так сказать, непонятно мы где работаем, то ли, так сказать, в закрытом учреждении, то ли открытом, то ли это для народа, то ли закрытое от народа. Ну, во всяком случае, каждый мог прийти на это, и ломился актовый зал, и Александр Данилович Александров рассказывал о 26 элементах диалектики у Ленина, тогда как другие рассуждали про три закона диалектики у Энгельса. Ну, Энгельс там для темных людей три закона вывел, так сказать, обратил внимание, что есть закон отрицания и отрицания, перехода количества в качество и закон единства борьбы противоположности. И вот я после этого, поскольку академик Александров читал у нас лекции, вот у нас там 188-я аудитория, мы находился Матмех на 10-й линии, дом 33. Там теперь Институт наук о Земле, в этом здании. А раньше были петербургские курсы, которые Крупская кончала. И вот, значит, подхожу я к товарищу Александрову, который с лекции вышел в коридор, и спрашиваю его, Александр Данилович, там такой борода, так а как вот изучать диалектику по конспекту науки и логики Ленина? Он так на меня посмотрел злобно и так как рявкнет, Гегеля надо читать. Я пошел читать Гегеля. Я его прочитал довольно быстро, закончил Матмех. Отпускное время. Отпускное в том смысле, что я в аспирантуру готовился. Я за две недели прочитал, что-то понял, что-то не понял. Понял, что человек умный. Ну, по крайней мере, такой умный, что много чего я не понял. И вот я прихожу после этого на экономический факультет. А я уже к тому времени прочитал, как написано у Ленина в этом конспекте, который я тоже почитал. Том 29 полного собрания сочинений, что нельзя вполне понять капитала Маркса. Особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Ну, я прочитал, думаю, ну, я хоть приду туда не совсем уже безграмотно-то. Сдал экзамены там, четверку получил где-то там. Начали подозревать, что я не читал каких-то монографий о себестоимости. Если было 4 вопроса, там плохо было бы. Ну, там первые 5 вопросов. Второй 4, третий 3, но на этом все оборвалось. И общие 4. Я поступил. Оказалось, я единственный человек на экономическом факультете, который прочитал науку логики Гегеля. Этим заинтересовался
молодой такой профессор Смирнов Игорь Константинович, который только что защитил докторскую. Я ему всякие колки и вопросы задавал на защите. Он говорит, мне дал свой телефон, говорит, приходите ко мне домой, мы поговорим. Я пришел к нему домой, и мы стали ругаться. Я это Гегеля уже читал, а он нет. И поэтому он не мог мне противостоять. Ну, как он доктор наук, а я первый курс аспирантуры. В общем, у меня он стал официальным оппонентом. Мы с ним каждый понедельник стали встречаться в 10 утра у него дома. И до 2 часов ругались. И я его все время переспаривал. Потому что я ему доказывал, что главное там вот эти вот определения. А я как математик их выхватывал и запоминал. И когда я его совсем уже переспорил, я с ужасом понял, что я не прав, а он прав. Что главное в диалектике не вот эти формулировки, а выведение более сложной категории из более простых. И тогда мы с ним начали обучение уже другое, систематическое, и занимались этим выведением. Потом он написал книгу в 1984 году, изданную «Экономический закон движения, метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса», издательство Ленинградского университета, 1984 год. Это единственная книга, которую я могу рекомендовать как книгу по диалектике капитала Маркса. Все остальные пишут название диалектики, название есть, на деле нет. Ну, а я написал книгу, применив противоречием развития социализма, «Полномерное разрешение противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма». Защитил ее на философском факультете, диссертацию по ней докторскую, и стал доктором философских наук для кандидата экономических. Здесь я не учился ни одного дня. Ни студентом не был, ни в аспирантуре не был, ни в докторантуре не был, и в творческом отпуске не был. Поэтому я хочу вам сказать, дорогие товарищи, наука эта хорошая. Она позволяет продвинуться далеко. Гораздо дальше, чем могут продвинуться те, которые не идут прямой дорогой. Если кто-то думает, что это трата времени, по поводу этого даже Гегель говорил, что плуг важнее тех вот зерен, которые он дает. В каком смысле? Чтобы с помощью этого плуга вы эти зерна будете получать все больше и больше и больше. А это один раз съели и все. То есть это такое могучее средство развития мысли, которое позволяет вам решать те задачи, ну, которые, вот скажем, историческая наука должна решить. Историческая наука должна показать как живую вот всю эту историю развития, движения человечества, правильно? В борьбе противоположностей. Значит, она не, если вы просто будете описывать, рассказывать, описательная история, это интересно. Для экскурсоводов. Хорошо. И у нас, вот я в прошлом году, у нас как раз были экскурсоводы, я им лекции читал, им тоже полезно. Они когда будут рассказывать, сначала про поверхность явления, а потом про сущность могут рассказать. А если только по поверхности, то вот еще и философы говорили, что вот туристические поездки, они означают ознакомление с поверхностью. И вот когда вы по всем странам проедете, у вас будет поверхностное знание о всех странах. А для того, чтобы изучить, надо глубоко копнуть ту же самую историю страны. Правильно? Тогда вы будете знать. Вот почему изучение диалектики для нас так необходимо, и почему исторический факультет, а ныне институт истории, выделил немало времени. Правильно? У нас с вами вот, сейчас вот перерыв, а после перерыва философия. А до перерыва философия. У нас сегодня философский день. Но у нас и другие чудеса бывают. Например, в понедельник вот, я вынужден, поскольку мне поручили, преподавать такой курс «Маркс, Энгельс. Немецкая идеология». Это интересно. Причем тоже 56 часов. По 2 пары в неделю. Это я преподаю нашим конфликтологам и религиоведам. Называется курс «Анализ классических текстов». Дали мне его тоже, очень интересно. Вызывает меня заведующий, говорит, Михаил Васильевич, прислали, значит, нам план читать. Маркс, Энгельс. Нет, Маркс. Немецкая идеология. Будете читать? Я говорю, не буду. Почему? Нет такой книги «Маркс. Немецкая идеология». А какая есть? Есть «Маркс, Энгельс. Немецкая идеология». А, это, говорит, мелочь. Вы отказываетесь читать курс
Маркс Энгельс, немецкая идеология. Я не отказываюсь. Ну, тогда пишите программу, будете я уже четвертый год преподаю. И получается очень интересно. Довольно-таки. То есть, вот программа наша университетская, она позволяет углубиться и освоить то, что еще не освоено. Вот я думаю, что для вас, конечно, вот то, что я вот рассказывал сейчас частично, и мы и дальше будем это изучать, это то, что пока еще не в широком ходу, но то, что пользуется колоссальным вниманием и интересом у молодежи. Ну, в возрасте вашем и чуть постарше. Это вот обнаружилось таким образом. Я выступил с рядом лекций у Гоблина Пучкова с разведопросом. И вот разведопрос «Введение в науку логики», при том, что там вот, таки, вот разведопрос был о фашизме, один у меня там где-то 220 тысяч посещений, второй был о сложившейся экономической ситуации, 240 тысяч посещений. Ну и там другие всякие, и вдруг «Введение в науку логики» 200 с лишним тысяч посещений. То есть народ изучает науку логики Гегеля. Во. А был такой автор, Сумин или есть, который написал «Гегель и судьба России». Сказал, что вот судьба России неразрывно связана с наукой логики Гегеля. В каждом государстве, которое вы знаете, основой идеологии является какая-нибудь религия. И у нас пытаются сейчас подсунуть, дескать, у вас религия будет, основа нашей идеологии будет христианство. Это вот вы так вот простоволосые будете ходить с крестом. Давайте крестный ход сделаем, вот чем это вот я буду лекцию, мы будем тут ходить. Можем по двору, чтобы там не пугать народ. Вот так. Вот ходишь же крестным ходом. Крест не принесете в следующий раз? Я не крещен, но мне не... А? Я не могу крест принести. Не можешь? Жалко. А кто может? А там напишем крест, а на нем написано, если я не изучу науку логики, прошу распять меня на этом кресте. И пошли. Будет интересно. Так вот, народ сейчас изучает науку логики Гегеля, изучает, потому что он понял, что без нее не обойтись. То есть период, когда можно обойтись было только формальной логикой, он исчерпался. То есть для движения кораблей, самолетов всяких, так сказать. А вот если вы хотите изобразить общество его движения. Ну вот мы уже говорили, что вот я должен сказать, что он и равен, и не равен самому себе. Формальная логика это запрещает. Или равен, или не равен. Вот он пошел на то, что он сказал, и равен, и не равен. И он находится в изменении. Иначе нельзя изобразить изменения. Например, вот машина идет. Вы едете на машине. Вот в этой точке, которую машина проезжает. Машина в этой точке есть или нет? Именно в этой точке? Да. Есть. Если она только в этой точке есть, и все? Она остановилась в этой точке? Нет, она поедет. Солнце поехало. То есть ее в этой точке нет. А как вы понимаете, поехала. Если она не только остается в этой точке, то она не поехала, молодой человек. Ну, подумайте головой. Ну, если... Значит, только тогда она может считаться поехала, когда она и есть в этой точке, и нет в этой точке. И никак иначе противоречие движения не изобразишь. Вот вы сейчас сидите, смеетесь, а вы же стареете. А вы сказали, а вы-то что смеетесь, вы тоже стареете. То есть вот у вас в голове-то все больше, вы же развиваетесь, это одна тенденция. А противоположная-то есть тенденция. А тем более торопитесь, прямой дорогой надо идти. Потом вот вы сейчас докажете, что вы такой молодой и красивый по сравнению со мной. Я-то до 71 года дожил, а вот вы при нашей жизни доживете при такой стипендии 1480 рублей? Я не знаю. То есть как посмотреть? Диалектика же все. Как посмотреть, как получится. Ну вот, мы можем дальше пойти, чтобы вы, так сказать, вот поняли, чем занимается философия, если она, ну, так сказать, занимается действительно диалектикой, движением, противоречиями, потому что мы должны все представить с вами как в живой жизни, а не мертвечину какую-нибудь. Вот в таком-то монастыре такие-то монахи то-то делали, это они, так сказать, строили, там они работали, то-то они ели, то-то они писали. Ну, это описательное. Описание. Наука – это описание? Или что такое наука? Кто знает? Ну, то есть все будущие ученые здесь, можно сказать, люди науки.
Ну, в становлении хотя бы. А? Способ преобразования мира. Способ преобразования лопата. Ну, согласны, что способ преобразования мира. Так, ну хорошо. Вот тогда по-другому поставим вопрос. Выясняем, что такое наука. Я вот много знаю. Кто я? Эрудированный человек. Ну, это правильно. Это так, вы культурно меня так обрисовали. Возвысили, можно сказать. А еще можно сказать так, знахарь я. Ну, я много знаю. Я, значит, знаю, но это знаю, то знаю. Вот голова заболит. Вот это выпейте. Если вот это, значит, волнения какие-то, вот эту травку попейте. И это на самом деле знание. Это проверено уже. И продают, и совершенно вполне законно, и это нормально. Но это не наука же. А наука что? Это понимание закономерности. Тогда. Понимание закономерности. А что такое понимание? Ух ты, брат, как круто. Мотивированные знания. А если у меня не мотивированные, а просто знания, то все пропало. Вот знания у меня не мотивированные. Нет. Вот Гегель в этом смысле, он все упрощает. Поскольку он дает точные совершенно суждения. Понять, значит, выразить в понятиях. Вот иногда у нас такое чувство, что я вот понимаю, только высказать не могу. Раз я не могу высказать, а думаю, что понимаю, то я не могу передать ни вам, никому не могу передать. То есть у меня есть знание нечеловеческое. Человечество я передать не могу. Вот я как собака смотрю преданными глазами на вас. Ну поймите, вот что, поймите, я понимаю. А всего-то нужно мне кусок мяса. Понять, значит, выразить в понятиях. Пока вы не выразили в понятиях, не поняли. А если выразили в понятиях, вы это передали туда, вы передали кому угодно и так далее. Написали, хотите, по телефону сообщили, позвонили и объяснили родителям, что такое чистое ничто. Они говорят, ну да вы заучились уже все в этом университете. Чем вы занимались сегодня? Да вот чистым бытие, чистое ничто. Как оно одно в другое переходит? Ну, понятно, так и думала, чем вы занимаетесь там. А мы должны работать, вас содержать. Итак, понять. Наука – это система знаний. Система знаний. А всякая система знаний имеет начало, развитие и результат, который есть развернутое начало. Не всем наукам удалось построить свои знания как систему. Вот химия сумела построить благодаря кому? Говорят, Дмитрию Ивановичу Менделееву. Логика сумела построить себя как науку благодаря Гегелю. А людей, философов до него была тьма разных. Всего, то есть, в физике есть только две системы знаний. Ньютона и Эйнштейна, правильно? И все. А медицина пока еще, именно потому что это очень сложная наука, она еще пока вот такой цельной системой не стал. Системой знаний. То есть это большая проблема. История. Ну, вот после появления применения материализма к истории, то она тоже, можно сказать, стала наукой. Но это требует владения а. диалектикой и б. применением диалектики к истории. Как называется? Вот если я стою на идеалистических позициях философских и применяю и изучаю историю. Кто я? Идеалист. Да, вот я применяю к истории диалектику. И стою на идеалистических позициях. Идея первична, материя вторична. Кто я? Теорист. Ну, называйте или обзывайте, только смело. Какой я идеалист? Идеалист. Какой идеалист? Исторический идеалист. А если я материализм применяю диалектически к истории, кто я? Исторический материалист. Я иногда коллегам говорю, ну вот вам не нравится исторический материализм? Ну вот встаньте и скажите, а я вот исторический идеалист. Что-то я не видел, чтобы хоть кто-нибудь встал, как-то мне несподручно. Выбора-то нету другого. То есть мы изучаем с материалистических позиций, вы же изучаете производство. Зачем эти черепки изучают и эти самые ножи, топоры, молотки, которые были? Это средство производства. В основе развития человеческой истории что лежит? Как вы понимаете, какой главный принцип, основной принцип исторического материализма?
Основной принцип исторического материализма звучит так. Это Энгельс сформулировал блестяще в книге «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Основной принцип исторического материализма звучит так. Определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. Определяющим в человеческой истории является производство и воспроизводство непосредственной жизни. Но это еще требует расшифрования непосредственной жизни. Производство и воспроизводство непосредственной жизни. А что значит производство непосредственной жизни? Нужно людей нужно производить, то есть рожать детей и воспитывать их, так? И без этого нет человеческого общества, никакой истории не будет. И на этом закончится все, если не будет воспроизводиться человеческое общество, раз. И во-вторых, производство материальных благ, необходимых для продолжения и развития человеческой жизни, а именно для того, чтобы чем-то заниматься, наукой, искусством, литературой, надо есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой. То есть вот это производство материальных благ является определяющим во всей человеческой истории. Поначалу важнейшими были кровнородственные отношения. Отсюда и первобытный общинный коммунизм, в котором человечество прожило 90 тысяч лет. А потом на первое место вышло производство материальных благ. Вот рабовладение могло появиться только тогда, когда один человек мог прокормить двоих. Вот смотрите, вот мы с ним враждовали. Мы с ним враждовали, и он меня победил. А это было время, когда один человек двоих не мог прокормить. Раз один не мог двоих прокормить, значит, он меня должен убить, если он меня победил. Я же его противник, он меня заколол. А вот если бы вот попозже, лет через 100, значит, я говорю, ну, убьете вы меня, и что? Давайте я буду у вас работать, а вы будете жить припеваючи. Он подумал, говорит, а что я буду убивать? Я всегда могу убить раба, можно всегда убить. И чего я буду сейчас его, пусть пока идет виноград собирать. Я пошел собирать виноград, потом, может, удеру. Там видно будет. Может, восстание поднимем вместе со Спартаком. Ну, во всяком случае, рабство могло появиться только тогда, когда развилось производство. А если оно не развилось, если не можете второго человека прокормить, не может быть никакого рабства. И вот, например, родители с пониманием относились. Никакой пенсии, конечно, не было, и пенсионного фонда не было. И вот родились у вас, вот у молодых людей родились, вот вы женились, вышли замуж, у вас родились дети. Ну, теперь надо думать, а прокормить можно только вот этих детей или и родителей. И тогда надо умереть отцу и матери. Тогда и дети умрут, и родители умрут. Поэтому родители прощались и уходили в горы с пониманием. А сейчас народ какой-то, говорит, пенсионеры стали непонятливы. Им же объясняет Кудрин, что вся это развитие экономики зависит только от того, чтобы увеличить возраст выхода на пенсию. И тогда оно разобьется. Вот он у меня в кружке был по диалектике, Кудрин, и дипломником, и все равно я его вот не научил. То есть в основе общественного развития лежит развитие материального производства. И мы должны всегда никогда не перепутывать материальные блага о производстве или непосредственно, или услуги. Услуги какие могут быть? Вот если я вас подстригаю, я парикмахер. Что я делаю? Я обрабатываю вашу голову. А если я профессор? А я то же самое делаю, только я изнутри голову обрабатываю. Это тоже услуга, у нас называется образовательные услуги. То есть труд, направленный непосредственно на человека, услуга. Вот если вы садитесь на автобус, кто вам работу дает? Свою. Водитель. Значит, он работодатель. А вы нас обманываете, говорит, работодатель, тот, который его нанял. Нет, тот работодатель. Он деньги получает. И так далее. Так, у нас, вот мне был запрос. Девушка, которая ко мне подходила, которая хочет сделать объявление. Вы просили слово? Кто хотел сделать объявление в конце лекции? Не вижу. Мы договорились, что за 5 минут до окончания лекции она выйдет и расскажет нам про некие
какое-то там общественное, педагогическое мероприятие. Не вижу. Ладно, переносим в следующий раз на следующую лекцию. А сейчас тогда мы давайте лекцию закончим. И через установленное время, то есть без... Когда мы начнем теперь? 16:40, да?